Всем здравствуйте. Приехали мы с Вороном опять кататься. Будем в способ охоты на живца, короче, пробовать. Вот тут лосика много наломано. Есть всяких разной давности. Кабаном накопано. Это уже подсохшая. А перед этим была свежая. Так что, короче, и тот зверь тут может быть. Так что, ворон у меня остается здесь. А я пойду погуляю. Займу место. Как-то вот так вот. Ветра вообще нету, тишина. На улице жарко. Тетерева атакуют. Как-то они вообще непонятно стали торговать с каждым годом. Далеко, в общем, но вон он идет, красавчик. Если с ушами сравнивать, то ничто такие рожки. Ну, а я что говорил, на живца и зверь бежит. Далеко только. Но зверь там. Сейчас попробую поближе подойти. Метров 400. Тут огонь никого не трогает. Тут коза спит. Или козел. Нет, коза. Сейчас спугнет моего зверя. Вроде жует. Если жует, значит спокоен. Вот надо и тушно было, короче, в сторону побежать. Стоит. Кушает. А у меня, блин, вода вот такая вот. И до него еще, короче, далеко. И качество уже фиговое съемки. Но все равно сейчас попробую еще подойти. Оказывается, короче, уже на меня стоит, смотрит, а мне не видно нифига. Сам мереть пришлось, по ушаке уже нога затекает. Я думал, вообще голова повернута в другую сторону, и он кушает стоит. Вроде, короче, пересмотрели, дальше кушать начал. Сейчас попробую еще поближе подойти.
ты боже. А лось-то раненый. Вот он что, один, наверное, ковыляет. Вот так вот, вот. Интересно. Интересно. Хе-хе. Вроде, короче, на меня и не смотрела сильно. Мне показалось, Васиха. Плохо уже видно. Далеко. Побежала. Вот они, наверное, снегоходчики зимние. Покатались здесь.